цифры растут. Сколько случаев коронавируса выявлено в Югре за последний день? Дорога к школе, к новому образовательному учреждению в Сургуте построят подъезды. Расширение, увеличение подъездных путей, разворотные площадки для высадки детей. Почему дорожают стройматериалы? Стоимость металла и дерева увеличилась в разы. Цены вряд ли откатятся опять до прошлогодних. Такого рынок еще не знает. Здравствуйте, это новости Сургута. Меня зовут Дина Беглова-Фатова. И все подробности после короткой рекламы. Медицинский центр «Югра». Полный цикл услуг для здоровья. Квалифицированные специалисты, современное оборудование, качественный сервис, профессиональная забота. Просто, быстро, безболезненно. Медицинский центр «Югра». Ваше здоровье в наших руках.